В Химках прошел футбольный матч в памяти Евгения Чекина. Состязания проводят ежегодно. Эти 26-е по счету. Вклад Чекина в развитие спорта Московской области неоценим. Многие годы он возглавлял Федерацию футбола и хоккея. Его воспитанники – известные спортсмены, в их числе, к примеру, первый олимпийский чемпион округа Виктор Полупанов. Сегодня, скажем так, такая черная круглая дата, 25 лет со дня смерти. Вот 26-й турнир мы проводим. В свое время мы проводили тогда и с увеличением состав участников, и 4-6 команд проводили в разное время. Но в последнее время мы решили проводить матч памяти. В матче традиционно приняли участие трудовые коллективы, а посмотреть на игру пришли известные спортсмены, чемпионы и призеры различных состязаний.